В Баку прошел семинар на тему структурирования исламских финансовых продуктов. На мероприятии, организованном Министерством экономики Азербайджана совместно с Международной исламско-торгово-финансовой корпорацией, входящей в группу Исламского банка развития, была предоставлена обширная информация об исламских финансовых инструментах. Участники семинара были проинформированы об исламских депозитах и инвестиционных счетах. Участники семинара и представители организации обменялись идеями. Заместитель министра экономики Самет Баширли, выступая на заключительном мероприятии семинара, отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с группой Исламского банка развития и высоко ценит осуществляемую группой поддержку развития государственного и частного секторов в стране. Ханин Салем Самбол, исполнительный директор исламской корпорации, подчеркнул, что проведение подобных мероприятий в Азербайджане важно с точки зрения изучения финансовых практик в соответствии с исламскими принципами. Также имеет значение повышение осведомленности о финансовых инструментах и концепциях, применяемых в этой области, и укрепление стабильной финансовой экосистемы в Азербайджане. Международная исламская торгово-финансовая корпорация заинтересована активно участвовать в финансировании важных проектов в Азербайджане. Мы намерены усилить сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса в стране. Недавно мы подписали важный контракт с открытым акционерным обществом Rabita Bank. Уверен, что это еще больше укрепит партнерство. Наши услуги могут быть полезны как государственному, так и частному секторам. Корпорация стремится к более активному сотрудничеству с Азербайджаном. Мы видим большой потенциал для развития региона.